читай свои стишки. Вы уже настроились? Мы подросли, уверяем, не напрасно к вам учиться мы пришли. Шашак лято-то в кругах, Бэшик-то калаюга, Харком бля, Альберта, Бэш барабас, Мэктапке. I love my school, I love my friends, it's nice and cool, и now school. Мне дома скучно стало, не хочется играть. Хочу скорей учиться и первоклашкой стать. Еще совсем недавно ходили в детский сад. Мы много ели, спали, росли для новых пар. В школу я иду с цветами, маму за руку держу. Из-за пышного букета я двери не нахожу. У меня в портфеле книжки, у меня в руках букет. Все знакомые мальчишки удивленно смотрят вслед. Сколько радостных, веселых лиц повсюду. Посмотри, лично мне директор школы улыбнулся раз за три. Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. И у нас лежат на партах книжки, ручки, дневники. В этот чудесный светлый день в школу нам идти не лень. Говорим, уютный класс, принимай радушно нас. Обещаем не лениться, только хорошо учиться. Для всех учащихся Республики Татарстан. И, конечно же, для нашей школы номер 181. Право дать первый звонок предоставляется ученику 10 А класса Гурьянову Айдару и ученице 1 А класса Гариповой Илларии. Thank you.
и до края. Голубь мира, белое крыло, черной силы тучи разгоняя, пусть несет надежду и добро.